Добрый день, с вами компания «Металлмастер». Сегодня мы расскажем вам о нашей новой серии промышленных полуавтоматических лестнопильных станках двухколонного типа с возможностью распила заготовки под углом до 60 градусов «Металлмастер MGH-Z60». Сейчас в наличии на нашем складе представлены 4 модели «Металлмастер MGH-Z60» с диаметром распила заготовки 300, 350, 400 и 500 мм. Промышленные двухколонные лестнопильные станки «Металлмастер MGH-Z60» представляют собой полуавтоматические станки индустриального класса, рассчитанные на продолжительную безотказную работу с интенсивной нагрузкой. Работа в полуавтоматическом режиме предполагает фиксацию заготовки в тисках, опускание подъем пильной рамы с помощью гидроавтоматики станка. Оператору остается только своевременная подача заготовки в зону резки и контроль качества выполняемых операций. Все станки «Металлмастер» промышленной серии MGH-Z60 комплектуются мощными двигателями на ременной передаче. Удачно подобранное значение фиксированных придаточных отношений позволяет вам без особых усилий выставить необходимую скорость вращения пильного полотна под нужный тип заготовки. Также хотелось бы отметить, что все станки серии MGH-Z60 комплектуются устройством пакетной резки. Главным преимуществом станков «Металлмастер MGH-Z60» является возможность произведения распила заготовки под углом до 60 градусов за счет наличия поворотной рамы. Это практически уникальная характеристика для полуавтоматических двухколонных станков промышленного класса. К одному из дополнительных преимуществ полуавтоматических ленточно-пильных станков «Металлмастер MGH-Z60» можно отнести их чрезвычайно привлекательную цену. Перед началом рассказа о технических особенностях станков хотелось бы отметить, что прямо сейчас вы можете приобрести ленточнопильные станки «Металлмастер» различных типов размеров и комплектаций из наличия на складе по очень выгодной цене. Обращайтесь в нашу компанию, звоните, оставляйте заявки на нашем сайте или через наши социальные сети. Давайте перейдем к подробному обзору технических характеристик полуавтоматических ленточнопильных станков «Металлмастер» MGH-Z60 на примере младшей модели линейки с диаметром распила 300 мм. Станок «Металлмастер» MGH-300Z60 предназначен для высокопроизводительной полуавтоматической резки различных типов металла, как черных, так и цветных. Максимальный размер распила круглой заготовки под углом 90 градусов составляет 300 мм. Квадратной заготовки 300 на 300 мм. Как уже было сказано ранее, станок способен распиливать заготовки под углом до 60 градусов. Угол распила выставляется с помощью поворота пильной рамы. Для того, чтобы повернуть раму, необходимо ослабить фиксирующий винт и выставить необходимый угол распила с помощью специальной градусной шкалы. Станок «Металлмастер» MGH-300Z60 комплектуется полотном длиной 4030 мм, шириной 27 мм. Которая установлена на чугунные шкивы диаметром 400 мм. В движениях приводит надежный двигатель мощностью 3 кВт. Регулировка скорости вращения полотна осуществляется с помощью перекидывания ремней в блоке ременных шкивов. Станок имеет три скорости вращения полотна – 27, 45 и 69 метров в минуту. Винт натяжения полотна находится с левой стороны станка. Он позволяет контролировать правильное натяжение полотна, обеспечивая стабильный рез и продление срока службы самого полотна. Перпендикулярность полотна обеспечивается за счет направляющих, которые установлены в подшипнике с двух сторон полотна и твердосплавных напластин. Вылет направляющих можно изменять под размеры заготовки. Благодаря специальной корчетке для съема металлической стружки, ленточнопильное полотно не выйдет из строя раньше установленного срока. Станок оснащен гидравлическими тисками и устройством пакетной резки, а также специальным поддерживающим столиком, который помогает перемещать длинные заготовки. Станок оснащен системой подачи сож, которая включается автоматически и подается через кран в две точки, непосредственно в зону резания и на курчетку для очистки от стружки. Рассмотрим пульт оператора и электрошкаф. На верхней панели пульта расположены механические кнопки управления станком. С помощью пульта управления осуществляется запуск гидравлического насоса, переключение скоростей опускания пильной рамы, запуск вращения ленточно-пильного полотна.
Также на пульте оператора расположена кнопка аварийного включения. Чуть ниже расположен рычаг, с помощью которого осуществляется зажим-разжим гидравлических тисков. Внутри электрошкафа расположена электроавтоматика от известного европейского бренда Siemens. В базовую комплектацию станка входят ленточно-пильное полотно, станочный светильник, дополнительный вспомогательный столик, регулируемый по высоте. Инструкция на русском языке. Перейдем от обзора к практике и немного поработаем на станке. Сейчас мы распилим трубу из стали 45 диаметром 150 мм. Станок с легкостью справился со своей задачей. Если у вас еще остались вопросы по полуавтоматическим пилам Metalmaster серии MGH Z60, оставляйте их в комментариях. Пишите нам на электронную почту или набирайте номера наших телефонов. Мы обязательно проконсультируем вас и поможем выбрать правильный станок. С вами была компания Metalmaster. Подписывайтесь на наш канал YouTube и на наши социальные сети. Также обязательно подписывайтесь на наш новый канал в Telegram. До свидания!